Образцовая студия эстетического воспитания «Океан» начала свое существование в начале 1999 года на базе Брестского областного центра молодежного творчества и работает в рамках соглашения о сотрудничестве между Управлением образования Брестского облсполкома и Брестской епархией. Уже не одно десятилетие сотни мальчиков и девочек-воспитанников в студии приобщаются к духовному наследию благодаря труду и творчеству. Дети, которые приходят в студию, получают самое главное в жизни – нравственное воспитание. И каждый год во время светлых рождественских дней наставники вместе с ребятами приглашают всех желающих на концерт, посвященный Рождеству Христову. Такие встречи, дни празднования Рождества, Нового года, мы проводим с детьми, с коллективом ученическим, который всегда выходит на сцену, с заготовленным представлением в рамках тех культурных ценностей, тех традиций, которые накоплены и нашим народом белорусским в рамках культуры православия на территории Брестской области. На этом празднике мы уже не первый раз. И нам очень нравится, потому что великая глубина есть в этом мероприятии, глубина духовности, глубина мудрости. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы таких праздников было как можно больше. Юбилейный концерт ожидаемо собрал настоящий аншлаг. И это неудивительно. С каждым годом интерес к творческому форуму только возрастает. Многие, побывав на таком концерте, в следующий раз приглашают с собой друзей, родственников и знакомых. Секрет такого магнетизма прост – это дети. Настоящий океан духовности и творчества. Их искренность, желание устроить праздник и показать всю красоту и свет рождественских вечеров не только не дают скучать, но и помогают настроиться на новую, добрую и благодатную волну. Органичные сценические постановки, стихотворения и танцевальные номера. Концертная программа с каждым годом становится все разнообразнее. Невероятная красота и трогательность песнопений заставляют не только биться чаще сердца, но и задумываться о вечных человеческих ценностях – мире, добре и любви. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.